Почему я решила стать актрисой? Просто решила. Мое имя Шукер Хаджаева, 29 лет. Я актриса театра и кино. Играю в певцов в театре. Владею языками английский, русский, туркменский, турецкий, украинский. Увлекаюсь конным спортом, плаванием, большим теннисом, легкой атлетикой. Живя в Киеве, мы с сестрой-близняшкой. У меня есть сестра-близняшка, ее имя Ширин, означает мед. Мое имя означает сахар, шакер, с туркменского языка. Будучи в Киеве, мы снимались у Александра Шапира в фестивальном кино «Большой метр». И вот он сказал, что нам следует продолжать и желательно проучиться в высшем учебном заведении, что я и сделала одна. Я хочу играть все роли. Главное, чтобы роль была. Не важно что, важно как. Я бы хотела играть в фантастике, мистике, каком-нибудь триллере. Комедия мне тоже не чужда. Буду рада принять участие в вашем проекте. Все.